Франческо Банани, итальянский историк, филолог, палеонтолог, архивариус. Биография. Франческо Банани родился 20 июля 1806 года в городе Ливорно в еврейской семье, однако, по достижении сознательного возраста, принял католическую веру. Уже на 21 году жизни был профессором церковного права, а с 1840 года преподавал на кафедре истории римского права в Пизанском университете. В 1848 году во главе университетского легиона Банани принял участие в австро-итальянской войне, которая шла одновременно с революцией в Австрийской империи. После войны он поселился во Флоренции, и когда в 1852 году там учреждено было Центральное управление государственных архивов, то главное заведование всем этим делом было возложено на Банани. Под его руководством во многих провинциальных городах, особенно в Сиене, Пизе и Луке, возникли архивы, которые в полном смысле являлись образцовыми для того времени. Помимо этого, Банани был членом Академии дел Круско, где некоторое время исполнял обязанности секретаря. Франческо Банани скончался 28 августа 1874 года на вилле близ города Пистоя в итальянской области Тоскана. Кроме небольших работ по истории права и искусства, а также официальных отчетов об архивах Эмилии, то есть Модены, Пармы и папских легатств, об обширной научно-литературной деятельности ученого свидетельствуют и отдельно изданные труды. Его последнее сочинение «Акта Хенриси VII Романорум Императорис» было издано 3 года спустя после смерти автора. Библиография. Storiis Ein и Chronici Historiae Nidi di Perugia, дал 1150-1563. Оба сочинения напечатаны в итальянском историческом архиве. Statuti Nidi di Pisa, дал 12-14 кола, Litteri Nidi di Emiratoria Toscani, акта Хенриси VII Романорум Императорис.